В Карагандинской области задержали капитана полиции, который незаконно охотился на сайгаков. В ходе рейда сотрудники Карагандинского охотзоопрома в 30 километрах от села Жанбубек сначала обнаружили сломанные джипы. Проследовав по следам автомашин, правозащитники наткнулись на 18 туш отстрелянных сайгаков. Чуть позже в селе Алгабас у участкового инспектора полиции в придворовой постройке были обнаружены еще 12 туш отстрелянных сайгаков. Мужчину задержали и завели уголовное дело.